поездом. Может быть, сейчас я сижу, там у него работы не так много. Yes. It's the best spa center of all Russia. It's the name of Luciano. For your children, for your wife, it's the best place. It's close, it's from by walk, maybe 10 minutes. Something else for your wife, for your family. Ask me or my wife. My wife speaks English also. Okay, no problem. Hey, Cezo! Привет! How are you, my friend? I'm good, man. Hello. Hello, son. I am very bad guy. Это здравствуй. Рад твоему приезду. Молодец. В форме, потом 10 лет. Все в порядке. Нормально, здоровье? Да, здоровье, все нормально. Казань. Квартира, все, расселились, все. Хорошо, давай, иди готовься к тренировке, увидимся сейчас там. Да. Ты понимаешь, да, по-русски это так. Нет, это так. Это так, да. Просто не наоборот, это важно. Раш! Так, давайте. 38 минут. Да все, выключай камеру, уже работать начинаем. Все, пока, бэм. Когда я вышел в зал, всех игроков, они меня поздравили с усмевками. Ну, это очень-очень хорошее для меня, потому что показывает, что они помогали чувствовать, как домой. Ну, сейчас я сделал только фитнес, и очень мало я работал с мячем. 17 часов будет другая тренировка, и мы увидим, как будет. Познакомились, когда мы играли один другой, но сейчас мы в одной команде. Я думаю, что будет очень различного.